Видео на канале Уроки ТВ. Номер 4. От двух пристаней, расстояние между которыми 320 километров, одновременно отправились навстречу друг другу две моторные лодки. Через 4 часа лодки встретились. Скорость одной лодки 33 км в час. Найди скорость другой лодки. 320 разделим на 4. Получается, что 80 км в час – это будет скорость сближения лодок. Так как скорость одной лодки 33 км, получается скорость другой лодки 47 км в час. Так мы и нашли скорость второй лодки. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.